В администрации Люберец состоялось очередное заседание фракции «Единая Россия», на котором подвели итоги работы депутатов за этот год. В 2024 году было проведено 10 заседаний фракции. Средняя явка депутатов составила 85%. За первое полугодие было рассмотрено 52 нормативных правовых акта с вынесением на рассмотрение депутатской комиссии и заседания Совета депутатов городского округа Люберец. Общественного резонанса по принятым нормативным правовым актам не было. Посещаемость депутатами, входящим в депутатское объединение, фракцию заседания депутатской комиссии, заседания Совета депутатов составила 95%. Как уже было сказано выше, в Московской области мы лидеры в коммуникации с жителями, а именно в проведении приемов граждан. Депутатами с января по конец октября было проведено, еще раз повторяю, 659 приемов избирателей. Участники встречи отметили, что люберцы продолжают удерживать лидерскую позицию в вопросах взаимодействия с жителями. Депутаты активно проводят встречи и помогают решать насущные вопросы горожан. Также внимание акцентировали на помощи и поддержке участников специальной военной операции и их семей. Городской округ занял первое место в рейтинге Московской области в организации благотворительных акций и мероприятий. По завершению заседания состоялось награждение люберецких депутатов, отличившихся в работе.